Извините, а здесь бариста Марк. А ты откуда про него знаешь? Да я на него в инсте подписан, там геолокация, хэштеги. Слушай, интересное дело, а вот человек говорит по-русски говорит, да, ни хрена не понять. 300 рублей стоит чашечка кофе. Да окей, Кир, тебе взять. Подожди, то есть что тебе, 300 рублей чашка кофе, ну окей, да? А что ж тогда, как бомжара на помойке одет, да? А чего? Дядь, вообще-то это модно. А где это модно-то? Дядь, в интернете посмотри, там все, кто в тренде, так одеваются. В интернете? А знаешь, я такую историю слышал, в интернете один китаец. Трое суток просидел в интернете без перерыва и помер. А? Тоже модно. Че вы сидите в этом интернете? Скажи мне, вот просто объясни. Вам что там, медом намазываешь, да? Ну, общение. Друзья. Друзья? Сколько у вас друзей? Ну, у меня 2500. Все время по-разному. 2500 друзей? Да. Три друга у меня было за всю жизнь настоящих. Трое друзей у меня было за всю жизнь, ты понимаешь? А все это ваши друзья, все фуфло. Вы только лайки друг другу лепите. А меня друг от смерти спас, когда я парашютом за обшивку вертолета зацепился. И он меня спас. Вот это друг. Я им не лайк поставил. Знаешь, что им поставил? Я ему пузырь водяры поставил. Понял, родной? Друзья. Мы вообще-то сюда кофе пришли попить. Расслабиться и отдохнуть. Отдохнуть? А тебе сколько лет-то? 25. Ты где устать-то успел, а? Ты что, на шахте, что ли, работаешь? Или вагоны разгружаешь? Утомился на самокате кататься, что ли? Ты ж тяжелее стакана своего вот это латте, мате, ты ж ничего не держал, а? Вот ты мне объясни, что вы все время фотографируете? Возьмите себя, фотографируйте. Посмотри, вокруг какая красота, а? А вы все время раз на себя и себя бомбите, а? Какого хрена? Что ты делаешь? Видео снимаю на рыбий глаз. Я себе рыбий глаз там натяну.